В первую очередь изменения коснулись материнского капитала. Теперь закон позволит получать деньги за первенца по принципу ежемесячных выплат. Их сумма составит 8 500 рублей в месяц на одного ребенка. Многих ждут заметные бонусы и в коммерческой ипотеке. Теперь семьи, где появятся вторые и последующие дети, смогут оформить ипотеку под 6% годовых. Все это в рамках демографической инициативы президента Владимира Путина. Также этот год начался и с повышения зарплат. Теперь минимальный размер оплаты труда россиян составит почти 9 500 рублей. Будут проведены индексации зарплат бюджетникам на 4%. Почти настолько же возросла и пенсия. Самые большие надбавки получили военные пенсионеры. Историческим 2018 станет и для медицины страны. Сразу на 68 позиций расширен список жизненно важных лекарств, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. А осмотр у врача теперь возможен онлайн, не выходя из дома. Сергей Хайдаров, ТНВ, Казань.